В этих выходные в Тверской области состоялся ряд событий в сфере культуры и спорта. Одним из наиболее ярких праздников, безусловно, можно считать региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс-нации-2022», который собрал любителей спорта разных возрастных категорий и целые семьи. Тему продолжит наш корреспондент. Торжок впервые принимал региональный этап Всероссийского дня бега «Кросс-нации». Этот массовый старт был приурочен ко дню города и подарил жителям много радости, восторга и энергии. Поздравить новаторов приехали спортсмены, представители общественности и власти. Разрешите от имени губернатора области, от себя лично, поздравить сегодня всех участников Всероссийского дня бега. И вы знаете, мне кажется, каждый год все радостнее и радостнее видеть, что бег, спорт становится все более модным. И как много сегодня здесь людей, молодых, ярких, спортивных. Объединяя профессионалов и любителей бегового спорта по всей стране, это событие из года в год становится настоящим праздником здорового образа жизни, уверен губернатор Тверской области Игорь Руденя. И действительно, «Кросс-нации» – одно из самых масштабных по количеству участников и географическому охвату спортивных мероприятий на территории России и в Тверской области в частности. У нас сегодня 15 забегов, различные возрастные категории, от самых маленьких детей до самых старших представителей так называемого серебряного возраста. Именно взрослое население, в первую очередь те, кто работают с подрастающим поколением, считают своим долгом показать положительный пример участия в таких мероприятиях. Я участвую в категории трио, жена, я и ребенок. Мы бежим километр, и потом еще после я бегу 7 километров. Наряду с любителями на старт кросса нации традиционно вышли профессионалы, ветераны спорта и олимпийские чемпионы. Такие мероприятия, как «Кросс-нации», «Лыжня России», всякие праздники, День физкультурника, Всероссийский олимпийский день, День зимних видов спорта и другие, вот сейчас будет День ходьбы, они настолько нужны, потому что все они помогают людям обрести привычку заниматься спортом. Потому что без таких крупных и масштабных праздников, ну, просто грустно будет. В правительстве Тверской области уверены, что проведение соревнований такого уровня послужит мощным импульсом для популяризации легкой атлетики. Вдохновит на занятия спортом прежде всего молодежь, которой предстоит в будущем стать движущей силой и мощным ресурсом развития большой страны и своей малой родины. Традиционный праздник спорта объединил более 3500 детей и взрослых из 35 муниципалитетов Тверской области. Победители в своих категориях получили брендированные кубки и медали. А в перспективе организаторы планируют этап Всероссийского дня бега «Кросс-нации» проводить в других муниципалитетах Верхневолжья.